Дорогие мои, если честно, я не знаю, наверное, может быть, знают об этом многие, но я узнал впервые. У меня шок. Пиво для собак. Вот такое. Честно говоря, не знаю, то ли мне приготовить бокальчики, то ли подать собачкам в кружке. Давайте посмотрим, как мои собачки будут пить пиво. И захотят ли они его пить. Что, готовы? Да, готовы. Нам дошли известные собаководы. Сейчас мы вместе, так сказать, для всех сделаем дегустацию. Жека. Да, первая у нас. Женька, лично, лично. Может, бокалы, что ли, решили? Без бокала нет бокала. Вы так мне интеллигентно. Да, лично наем. Да. Пивко. Темное. Алкоголик сразу видно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Жень, сейчас все выпьешь, оставь Ульфину, хоть. Сейчас Жень, еще на останется ничего. Собачек. Все, уже ничего не останется для кого. Ну это жесть. Сейчас еще у нас эти хорьки, пудельки, мопсы, или как их там эти, чахуа, или кто они там. Ой, ну ребятки ничего не оставили. Ульфин даже это рычит прям, чтобы оставил. Жека, на, ой, подождите, эту несут карманного йокшира. Йокширу оставьте. Рычит, не дает. Ульфин, что, вкусно? Алкоголик. Смотри, смотри, рычит. Смотри, смотри, рычит. Смотри, смотри, рычит, ты видишь? Нет. Ульфин.